Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Cry of Fear последней серии. Я так жутко напугался в этих темных туннелях, что решил передохнуть. После этого минут 5 лазил по интернету, собирался с мыслями. И теперь мы можем продолжать, я думаю. Куда мы попали? Так, тут нам вспышка не нужна пока. Закрыто. Ой. Как я не договорил в прошлой серии, из-за того, что страшно испугался. В этой игре у меня уже заплетается от страха. Побываем, похоже, во всех местах, которые могут навевать страх. То есть канализация, станции метро, школа, больницы мы были, нет? Больницы еще не были, наверняка побываем, наверняка. Жилые массивы заброшенные, то есть все такие места. Реакции есть? Дети будут. Так, неужто у нас по-новому начинается эти занимательная карусель? Он опять идет за мной. Он опять, скотина, идет. Кто-то меня преследует. Вентиляционная шахта, это, конечно, хорошо. Да ничего хорошего. Я уж думал, что мы освободились от этого кошмара. Ой. Ну бери ты ее, ну бери, ну. Что ж ты не берешь? Эта игра сделает. Она уже сделала из меня дурака. Твою мать! Я же знал, ну все, мне хана. Ой, да, блин, ну почему же меня уже какими-то долбанными поездами пугаете, а? Че, мне бабаек не хватает, что ли, еще с вашими поездами воевать? Пока что самое страшное место в игре. Вот то, что в последней серии было, то, что в этой. Так ты не поедешь? Скорее всего, поедешь. Я сказал тебе не подходить ближе. Ты тупой псих. Смотри, что ты заставил меня с собой сделать. С тобой. А, ты все равно это с собой сделал бы. Он просто застрелил этого парня. Мне лучше последовать за ним.
Ну конечно же, если человек кого-то застрелил, то ясным делом надо держаться к нему как можно ближе. Какие могут быть сомнения? Да, нехило так застрелил. Башку просто на две половинки. Так, я туда пока не пойду. Я посмотрю, может быть. А, так, мы попали на Хансен Сквер, куда нам и нужно было. Я надеюсь, это сейчас мы выберемся просто из этой долбанной. А, короче говоря, туда тоже можно пойти. Давайте тогда пойдем к нему. Выберемся из этой долбанной станции метро. Потому что уже просто нет сил. Вроде тихо, да? Блин, эту игру надо принимать дозированно. Это я вам точно говорю. Это же офигеть, ну вот... Оказалось. Ну натурально, блин, это... Игры, как правило, вот есть у меня такое подозрение, что при создании игр-хорроров они консультируются с психологами, с психиатрами, со всеми, с кем только можно, чтобы не переступать порог, за которым человека натурально можно испугать до такой степени, что, ну, это может плохо сказаться на его психике. Понятное дело, что при создании модов они явно ни с кем не консультируются. Это, конечно, моя теория, но мне вот так кажется, просто... Так, он закрыл дверь. Зачем он это делает? Так, ключ и батарейка лежат на полу. Я лучше их возьму. Короче говоря, я думаю, они не очень задумываются над тем, опасно ли это для здоровья, не опасно. Все-таки какие-то, я думаю, нормативы есть по этим хоррорам. Потому что даже в амнезии, после каждого момента, когда ты там натурально чуть ли не двигал кони от страха, были моменты, в которых ты где-то полчаса отдыхал от всего этого. Здесь же, блин, непрекращающийся кошмар идет. Это же вообще ужас. Только я, допустим, в больнице, ой, в школе холодил от ужаса. Так попал в метро, тут еще хуже. Подожди. А, мне их все надо по очереди выкидывать. О, телефонная батарея, отлично. Интересно, как их комбинировать? А, ну все, хорошо. Так, телефон. Мужик. Ключ от Roland Street. Эта дверь закрыта электрическим замком. Хорошо. Так, давайте еще раз. О, подожди. Как я тебя мог пропустить? Давайте хотя бы... хотя бы шевнемся, а потом уже заберем обратно свой дробовик. Хотя можно было бы просто потом сюда сходить, если что. Да ладно. Что характерно, патронов к дробовику вообще у меня нет. Но я его... Я просто думаю, что я... Не очень много шансов у меня будет найти его в будущем, поэтому я его берегу. Так, ладно. Лучше с блоком походим пока. Кто вообще вот это мог сделать, а? Ну что за вандал? Бля, опять эти чертенька. С ними запаришься воевать этим оружием. Иди сюда. Сразу снял мне здоровье, скотина. Блин, еще один.
Где? А, вон он. Надо поближе подобраться. Может, его ножом вообще попробовать? А где он? А, вон он. Да пошел он нафиг, а? Я не думаю, что он сможет сюда взлететь. Так что пошел нафиг просто. Так, что мы тут имеем? Тут у нас не поддается. Ладно. А, вот, смотри, какая-то дверь. Уф, неужто мы выходим наверх? Могу сказать, что тут не намного спокойнее. Сразу какие-то тревожные звуки. Так, не поддается. Хорошо. Вообще интересно, да, нашел зарядку именно для нашего телефона, как будто этих моделей телефонов раз-два и обчелся. Слабачка. Так, хорошо. Но все равно мне на улице гораздо спокойнее, чем в тех подземельях. Неужели, бляха-муха, у тебя нет возможности переключиться на полностью автоматический режим стрельбы? Твою мать! Это что за говно там было? Ладно. Я что-то вообще просто, блин, оцепенел. Надеюсь, оно дверь не сможет выломать. Потому что оно где-то по размерам, так, по ощущениям, раза в 4 больше меня. Похоже, кроме автобуса ничего нет. В автобусе у нас... Ага. Ну, что-то. Так, ну чем бы мне тебя заменить? Вот этот ключ от Roland Street. Блин, мне бы его использовать, конечно. Да. Давайте-ка мы пока тогда тут положим дробовик. Сейчас я на тебя еще М16 буду. Так, дробовик пока что у нас здесь. Я сохранюсь, вы не против? Офигеть, сейчас что такое? Afraid of Monsters, Director's Cut. Рекламку увидели, да? Ладно, я не буду на тебя тратить патроны. Так, хорошо. Хорошо, хорошо. 4 обоймы. Отлично. М16. Мне бы, конечно, калашников лучше.
чем этот мусор, но по крайней мере хоть какая-то автоматика. Это уже приятно. Так, ну что, пошли знакомиться с тем хреном. Дохни, дохни! Понятно. Так, вот же у нас последнее сохранение, да? 11 час. Так, и как его убивать? И как я пройду там тогда? Интересно, девки пляшут. Ну-ка, давай на тебе испробуем, а потом загрузимся. Сколько ты у нас патронов сожрешь? Да офигеть! Полтора пойма. Это нереально. Что мне там делать тогда? Он меня с одного удара валит. С одного удара кладет. Так, еще раз сохраним, чтобы каждый раз не экипировать. Да пойдем умирать, похоже. Ладно, хоть сейф недалеко. Блин, я не могу как-нибудь в окошко, не знаю, выпрыгнуть. Могу. И что мне тут делать тогда? Ну, то есть выпрыгнуть-то я смогу. А ты-то тут откуда, мать твою, за ногу? Да ну не может быть. Ой, да что ж ты, блин, в первый раз... У меня вот вечная проблема. В первый раз все получается очень хорошо. А потом какие-то начинаются бока. 4 патрона ж выкинем. Ты не против, братень? Не поддается. Что я тут забыл вообще? Час от часу не легче. Понятно, замечательно. Так. У меня не осталось, похоже, оружия, которым я мог бы сразу и целиться. Не поддается. Не поддается. Попал. Это очевидно, да, что это плохо. Но также очевидно, что это неудивительно, потому что такая игра. Тут ничего хорошего быть не может. Тут все плохо. Дается. Это выход? Я даже знаю, куда я сейчас выйду. Нет, нет, не туда. Где я вообще, мать вашу, нахожусь? Да где, бляха муха? Отсюда я пришел. Ладно. Я что-то вообще не понимаю, где я нахожусь. Это что такое? Фонарик? Ну-ка. Блин, мне уже выкидывать-то нечего. Давайте пока для, ради приколу. Выкинем.
Да бляха-муха, что ж такое? Что ж у меня за затыки с управлением? Попробуем тебя. А, вы не можете выбросить телефон. Тактически понятно, это фонарик на глок. Супер! Вот это вот действительно полезно. Еще бы у меня на глоке. Патроны были бы. Тогда было бы вообще все прекрасно. Но в целом, конечно, радует. Радует. Уф, как бы там ни было. Очень не зря я сюда спустился. Тут у нас, короче говоря, вон туда куда-то выход. Давайте попробуем подняться повыше. Отлично. Смотри, какой свет, а. Это же офигительно просто. Конечно, как пистолет он расстраивает по большей части, потому что убойной силы вообще никакой. Да что ж, блин, у меня с инвентарем проблемы. Ладно, запомним, что вот здесь, на верхнем этаже, у нас есть лечилка. Отсюда я пришел. И отсюда. Нет. Вот сюда мне нужно. Хорошо. Но это, похоже, больница. Я так понимаю. Что у меня есть такое подозрение. Потому что все в белых тонах. Открыл замок. И оказался на улице с той огромной тварью, да? Нет. Подожди. Это же вообще в другом месте. Я сейчас не хочу, честно говоря, с ним воевать. Но это же начало, это серии 5 назад, наверное, было. Че я тут забыл? Хорошо. Так, теперь с этими энергичными ребятами надо тогда справиться и посмотреть, зачем я туда пришел вообще. Я такой круг проделал, получается, это же офигеть. А больше в этом здании, похоже, ничего и нет, что ли? Хорошо. Вы же по лестнице не умеете подниматься, да? Ладно. Да чё же вас тут столько? Хорошо. Иди сюда, дорогой. Чё-то вас тут натурально. До хрена. То есть много. Пардон за мой французский. Давай иди. Хорошо. Это же офигеть, какое самое начало. Ну не самое начало, но вот тут вот мы обходили. Зачем я сюда пришел вообще? Зачем я патроны потратил на них? Может в эту сторону как-то? Дверь закрыта. Ну-ка, может, вот сюда этот ключ? Ага! Я, конечно, не понимаю, что я тут делаю, но ладно. Так, патронов опять у меня голяк. Следовательно, придется в потемках ходить. Потому что этот пистолет, он почему-то умеет держать только двумя руками. Хотя я, честно говоря, смог бы и одной.
патроны для Глока, а для ВП-70, ну, тоже неплохо. Так. Что-то мне эта музыка не радует. Опять спуск вниз, да вы шутите, да нет, не может быть. В канализацию. Супер, чё? Я тебя видел. Иди сюда, дорогой. Уф. Ну, ВП-70 с ними, конечно, довольно неплохо справляется, но так, там еще один, по-моему, стоит. Нет. Это отвратительная игра. Я ненавижу и разработчиков. О, еще ниже. Шикарно. Что может быть лучше? Так, я ничего не пропустил. Ладно. Зачем мне вообще это приблуда к Глоку, если патронов в последнее время дают для ВП-70 только? Вот что мне непонятно. Так, вперед пойдешь, быстро умрешь. Назад пойдешь, медленно умрешь. Так, тут у нас тупик. Ой, потягушки. Не могу, надо, блин, маленько отдыхать от этой игры. Вы посмотрите, какая непроглядная тень. Многие спрашивают, как ты так хреново пережимаешь эти видео, что они в итоге получаются как будто ребит, вот именно краю эфир. Это не моя заслуга, это рябь на экране, искусственно созданная разработчиками. Так, вон я вижу. И вон. И вон. Трое, офигеть. Вылазь. Просрал, простите. Перезаряжай, братюик. В темноте шикарно. Вылазь. Блин, по-любому придется вот с этим столкнуться. Давай. И вот с этим. Так, глядишь, на вас все патроны уйдут. Вон еще один. Печально. Патронов все меньше. И вот еще один тут. Я сразу пистолет достану. Власть. Ты, скотина, живой еще, что ли?
О, к свету. Лезь. Чё ж ты остановился-то? Это было не очень страшно, потому что у меня был огнестрел. Достаточное количество патронов. Единственное, было не очень удобно, потому что это оружие нельзя брать одновременно с телефоном. Так. Самая главная моя проблема на данный момент это то, что я не хочу больше с теми баскетболистами встречаться. Потому что они вообще не дохнут. На них переводишь кучу патронов. Они убивают с одного удара. И вообще просто до одури страшный, когда он близко к тебе. Сразу как-то не по себе становится. И я думаю, как раз сейчас мы с ним наверняка встретимся. Не зря же я его вспомнил. Что за звуки? Слава богу, нет вроде. Что-то тяжелое блокирует двери. О, очередной массив. Жилой. Но мы вроде как туда не идем. Ладно. Эта серия не такая страшная была, это меня радует. После тех двух кошмарных, прекрасный отдых. Ой-ой-ой. Ох. Ну, эти слабенькие. Так, лестница, это, конечно, хорошо. А вот ширево, это еще лучше. Жаль, что у меня так забит инвентарь. Печально, по-моему. Не поддается. Так, чтобы маленькая лестница достаточно высокая, чтобы достичь окна. Какого окна? Ну, видимо, в этом жилом массиве, куда я не хотел идти. Он куда-то вон туда. Скорее всего, именно так и получится. Или вот окошки есть. Ну-ка. Нет. Кстати говоря, это что такое? А, это фонарик, понятно. Мне показалось, что какой-то крюк мясницкий. Так, ну что мне? Куда-то сюда, что ли? Да. Я вообще думал, что мы туда полезем. Получите два предохранителя к Хансен Сквер. Один находится на Сексон Авеню. Это ты к чему вообще сейчас? Мне сейчас... Блин, я застрял. Слушай. А я тут был. Зачем вы меня по новой сюда пригнали, а? Это же ужасное место. Чё я тут забыл вообще? Зачем я сюда пришел? Так, где у нас ближайшая сохранялка? Мне, похоже, пора на сегодня заканчивать. У меня уже мозги на бекрень. Хотя... Кто сказал? Это что за хрень? У него коробка на лице была, или как это понимать?
Супер! Ну, нахер. Твою мать. Я не хочу туда падать ни в какую, не-не-не. Так, та дверь, похоже, из Silent Hill 4 теперь открыта. Я не знаю даже, ребята, что-то как-то, блин, это уже совсем все плохо. Я просто хочу выбраться отсюда. Не поддается. У нас, по-моему, сейф был, да? Нет. Если и был, то сейчас его нет. Так, с какой стороны я пришел? Вашу мать, тут теперь все плавает, что ли? Где-то тупо. А вон эта тварь летает. Где-то здесь был сейф. Но теперь-то его тут точно нет. И зачем мне может понадобиться плыть под водой? Кто-нибудь мне скажет, нет, какого хрена происходит, куда я попал? Я вообще не знаю, сюда ли мне нужно. Ну, судя по тому, что я могу сюда идти, сюда мне и нужно, но... Дайте сохраниться, Ирод, и я же сейчас кони двину просто. Твою мать. Мне, похоже, просто не сюда. Это они таким образом, видимо, ограничили возможность моего перемещения сюда. Ладно, пойдемте на второй этаж. Вот чего я точно не хочу, так это в воде с какой-нибудь страшной тварью встретиться. Вот это вот натурально будет полный лес. Ой, блин, да что ж такое-то? Как я сюда попал? Как я во все это ввязался? Так, тут вроде никого, можно спокойно бегать. Обычно именно в такие моменты вылезает бабайка и появляются первые кирпичи. Так, ну что? Я думаю, пора познакомить этих коробкоголовых с моим другом Кольтом. Конкретно AR-15. Сохранения у вас тут будут? Нет вообще. Дайте сохраниться, мать вашу. Просто сохраниться дайте. Закрыто. Да заперто, чё ты паришь-то, ёлы-палы. Ой, блядь. Ничего. Сейчас мы найдем сейф. И эта кошмарная серия прекратится. Просто дайте мне, пожалуйста. Это что же за говно-то тут происходит? Это же какой-то просто кромешный ад. Просто дайте мне сохраниться.
твою мать. Блин, у меня аж в горле пересохло. Офигеть. Да твою ж дивизию, ну что ж ты лезешь ты ко мне? Что ж ты душный ты какой? Отсюда я прострелю сквозь стекло, нет? Я бы не хотел тратить дефицитные патроны. Да дохни ты, ёлы-палы. Полный набор, блин. Кунсткамера, мать вашу, за ногу. Самое печальное, что я даже не помню приблизительно, где здесь может быть сейф. Я, конечно, зря, наверное, расходую дефицитные патроны, которые могут потратить в будущем на, скажем, тех баскетболистов. Но я ничего не могу с собой поделать. Так, ладно, вот в этой комнате был у нас сейф. Что может пойти не так, верно? Уф. Ой, как хорошо, да какое счастье. Их чуть, блин, вы поняли, короче говоря. Ладно, увидимся в следующих сериях, но пока что с меня хватит. Я пару деньков должен от этой игры отдохнуть. Эта игра, по-моему, просто очень страшная. Ладно, как бы там ни было, надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующих сериях. С вами был Артур. Всем хорошего. Пока-пока-пока.